В Люберцах состоялся смотр комплексных сил полиции. 55 стражей правопорядка участвовали в построении. В их числе Росгвардия и Народная дружина. Руководители спецслужб проверили внешний вид подчиненных, служебные документы и техническое состояние автотранспорта. Если какой-то вопрос возникнет, зададут вопрос. Будьте любезны, покажите ваше удостоверение личности. Что вы не самозванец, правильно? В машине. В машине? Так есть или нет? Есть. А что не берете? Ну, вроде взрослый человек. Носите форму, правильно? Построение состоялось возле Дворца спорта «Триумф». Заступающих в наряд проинформировали об оперативной обстановке в Люберцах и Москве. Цель этого развода, чтобы мы ежеквартально могли показать публике, а нашему населению о том, что эти наряды существуют, о том, что в рамках дислокации мы задействуем столько сил, которые у нас пока в наличии имеют место. И для того, чтобы могли проверить также взаимодействие, плюс посмотреть готовность этих нарядов, которые у нас заступают, это форменное обмундирование, знание нормативных актов и в целом оперативная обстановка. Получив поручение руководства, правоохранители продолжили исполнение служебных обязанностей. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.